Всем привет, это Агык, и это 7-я серия на Hard Time. Как видите, я уже играю за полицейского, создал я вот того перса. Случайно, и в общем я, как видите, начал играть за другого. С помощью клавиш Tab и левый Alt я могу там, играть за других персов. Ладно, что же мы поделаем в роли полицейского, ладно, этот... Да-да-да. В общем, тут как бы недоделанная роль полицейского. Меня все равно будет говорить, как бы я сижу в тюрьме, в каком-то блоке, под каким-то номером. Но это ничего особенного. Как бы тут у полицейских свои наказания. Например, меня могут наказать за отрубленную руку заключенного, за слишком большие побои, за убийство заключенного меня могут наказать. А вот за атаку на полицейского вроде наказать не могут. Полицейские, конечно, могут меня арестовать, но суд не сочтёт это чем-либо. Так мы бьемся с созданным у моего же перса, как видите. Точнее, не только я бью, а сразу двое полицейских, это тачкастый. Как видите, тут спокойно двое полицейских бьются, так сказать, за это вроде бы наказания не дают. Не смотри это зеркало, засранец. Стал перед полицейским, начал смотреть зеркало. Ладно, проверим, что там в норд-блоке, точнее, в северном блоке. Два человек, не знаю, я уменьшил настройки графики, так что, может быть, не так лагать будет. Сейчас посмотрим. Не, все-таки лагает довольно хорошо. Ладно, я перезайду в блок, тут уменьшится народа должно быть. Так, тут уже 12 человек, как видите, вышло из блоков. Ладно, посмотрим, что там, кто выше, может быть. Может быть. Тут произойдет драка, и мы начнем разменять. Точнее, предотвратим провокацию, вот так скажем. Ладно, пока тут постоим. Заключенные, по крайней мере, ведут себя хорошо. А этого уже, как видите, избили тоже хорошо. У него почти не осталось жизни. Точнее, хп, если так сказать. Так, этот курить. Тут нельзя курить. Что? Товарищ заключенный, нельзя курить. Нет, он не отпускает сигарету. Да-да. У меня сила 92%, как видите. Стрэндж. Небольшая репутация, однако. Все равно хоть меня побить. Ну, что ты скажешь? Это, он меня кликанул и убежал. Окей, ладно, зайдем в вест-блок. Это западный блок. Тут 16 человек, надеюсь, не будет так лагать. У меня еще включена Mozilla, так как я заливаю 6-ю серию сейчас. С автоматом, отлично. Ну, если автомат перехватит заключенный, а тут 4, может сказать, вместе со мной полицейских или охранника. Так что можно на что-нибудь надеяться, если вдруг произойдет бунт. Ладно. Пока тут довольно тихо. О, этого полицейского тоже пистолет. Отлично. Да, пока тихо, ничего особенного нету. А вот ночью мы поразвлечемся. Что тебе нужно? А, получше убить. Ну ладно, я возьму сигарету. Что еще нужно? И кинул. Ну ладно. Отдал мне $11 надо за дружбу, типа. Я слышу, тут драку довольно наверху, походу. Так, что это такое? А, полицейские разбираются между собой. Ничего особенного. Там такой валяется. Похоже, под горячую руку подставился просто. Скорее всего. Ладно, ты что. Так, ты хочешь меня побить? Окей. Получим. Так. Полицейский товарищ охранник начал меня. Точнее, не меня, а его пулять.
ты попал ко мне. Ну ладно, тут, как видите, автоцел. Не очень-то возможно. Только отдай мне дубинку. Это моя дубинка. Тебе не положено держать ее в руках. Что это такое? Что за пункт? Ох, я ночь отыграюсь над ним. Вы увидите, что я делал тут. То это возобновился? А, это твой друг, я вижу, какой хороший друг. Побил его. О, этот хочет мне помочь. Лучше. Да, и этот начал драться. Полицейский тоже мне помогает. О, ну а уже одна лица упала. Беру дубинку. Начинаю бомбить. Точнее, драть его. Но он сильный. Что я убью? Если он... Да, он умер. А где есть полицейский, это не за... Это что такое? Жили убили. Так, там с оружием, что это такое? Мое оружие. Точнее, оружие предоставляет полицейским. Убить Уилсона, пожалуйста. Хочешь с оружием, ладно. Ну-ка, не обзываться. Вот именно, правильно. Так, ну теперь он за мной ходит, вроде как. Я заболел. Отлично, мне надо просто пули попало в какое-либо, скажем, не знаю, легкое или еще что-либо. И, как видите, и вот последствия. У меня началось кровотечение. Да, тут такое тоже бывает. Кровотечение может начаться после выстрела в тело, либо очень хорошей драки. Так что идем в госпиталь. Он находится в правом, точнее, в нижнем крыле, так скажем, эти тюрьмы. В южном, вот так. Лучше вот так сказать, в южном. Там подлечимся, так как ночью полицейский свободно ходит тоже по тюрьме. Я могу зайти в любой другой блок и навести там порядок. Я же пробовал за полицейского играть, особенно по ночам. Избивать заключенных через клетку — это очень веселое дело. Ладно, подлечимся. Аткинсы. Что здесь так много аткинсов в нашей тюрьме? Наркотики я не буду принимать. Лучше... Что это? Ладно, у меня здоровья нет. Нет, я... Не умирай! Зумбы меня бы уничтожил. И ладно. Там уже полицейские избивают огнетушитель. Начался обед, но... Полицейские тут не обедают, кстати, я пытался, но он ничего не ест, так что... Это бесполезно, там все равно большие драки, которые можно... Могут меня убить. Так скажем. Там свои полицейские есть. Так что... Не... Моя помощь там не требуется. Ладно, где наркота? Она, кстати, мне помогает. Помогает вообще вылечиться побыстрее от всяких травм. Или вот таких кровотечений. А, да, я же не могу, я же полицейский. Я забыл. Кинь тогда вот этого. Как он меня. Или не он, но все равно. Товарищ охранник, помогите, он меня избивает. Я уже так злобно. Еще раз хотел кинуть мне биту. Да, охранник не замечает этого. Ладно. Ладно, тут пока я лечусь, довольно долгое время пройдет. Точнее, немного времени. Неплохо, однако. Так долго лечится. О, все, наконец-то. Теперь твоя очередь. Где бита? Вот она бита. Так, товарищ заключен. Так, что это было? Что за провокация? Это моя бита теперь. О, с ним уже разбираются. По-мужски. Отлично. Что мне поделать? Что это такое? Товарищ заключенный, вы что делаете? Не забивают товарищей охранников. Это запрещено законом. Да, я его убил. А, нет, я его не убил. Попал-то по-другому заключить. Точнее, охранник. Ладно.
товарищ охранник. Вот он вроде, да, как я понимаю. Варден Грим. У него за 23. У него силы 7... А, 78%, я думаю, 7%. Отлично. Идем в общий холл, тут уже, как видите, 10 часов наступает. Пойдем-ка мы в западный блок. Берем кому-нибудь там задницу. Как всегда. Это же работа охранника. Надирает кому-нибудь задницу. Отлично, берем пул. Я тут же с мечом. А да, он хвалит, что я побил этого Вардена Аткинса. То, что он был, как бы, мешал другим охранникам. Или вообще мешал на работе охранников, так скажем. Ладно, тут 20 заключен. Когда они войдут в клетки, я думаю, не будет так лагать сильно. То есть лагает из-за того, что они ходят, именно, бегают по тюрьме, и поэтому такие лаги происходят. Нет, это уже побитый. Это тоже хватит. За то, что я, похоже, убил Нидлса. Так, давай, последний. Двое последних я вижу. Кошки. Отлично. Теперь будем разбираться по мышке. Вот он. Тут стоим. Быстро к кровати. Давай, иди к кровати. Спать все-таки нужно. Начал. Отлично. Не будет идти. Все есть. Желаю себе. Тут на первом этаже тут никого нету пока. Так. Тут пусто. Тут спят. Что стоишь? Кровати быстро иди. Пусто. О, там пистолет. Надо запомнить. Тоже пусто. Посмотрим. Что там? Что там? Там с автоматом стоит, чел. Что ты вообще? Да ну. Кто это допустил? Да уж. Вот. Так, не бери автомат. Да-да-да, иди к кровати спать. Автомат провалился за текстурку. О, вот он, вот он. Тоже я могу поделать. Я могу многое сделать. Да, я могу вот так сделать. По глазам кому-нибудь стрелять. Да, ты хочешь оружие, я могу дать тебе это оружие. Кто на ко мне привязался? Так, ладно, они там пока разберутся с этим оружием, как видите. Небольшая драка за оружие. А мы пока возьмем эту бутылочку пива и где-нибудь куда-нибудь кинуть. Например, какую-нибудь клетку. Проверь вот эту. Что, я опять заболел? Что ж такое-то? Ладно. Не люблю я вот так делать. Что ж, по мне неплохо попали пулями. Задели довольно важные органы. Ладно, где? Да, там продолжается драка за автомат. Да, это сейчас разозлится, станет. Колкем будет довольно хорошая драка. Давай. Споткнулся. Ладно, идем в медицинский блок и отлеживаемся. И у нас ожидает террористическая... Отлично. Я бы, конечно, остался тут, но... Да, вот. Видите, у меня очень мало здоровья, и к тому же я опять открылся рано. Тоже идем в больничку. Что ты валяешься? Подожди, это же тот из этого блока, из вестблока. Хороший поворот, однако. Ладно, идем. Тут вроде бы один полицейский должен быть. Да, один охранник. Моя бита. Конечно же, моя кроватка, ладно. У меня плохое настроение, но настроение восстанавливается за ночь. Так что ждем, пока я выздоровлю. Тут все равно никто не придет. Кроме охранника.
Да, охранник, как видите, ко мне доброй воли повернут, так скажем. То есть тут говорит, тут написано, что где-то тут есть химические лекарства, но я так и не понял, где. А, я понял, да, все понял. Так, ладно. Вот они. Но то дело в том, что тут интеллигенция 80%, у меня 70. 74, точнее. Окей, ну мы можем посмотреть за комп, так как тут требуется 70%. Так, вот. В общем ходе, который чел. Должен быть я, наверное, где-нибудь. Как меня зовут-то? Вот он, Низлс, который я убил. У него было 90% силы и 72% упора. Это было довольно весело даже смотреть на это. Ладно. Снова идем в западный блок. Тоже, знаешь, тут ожидает. Тут все нормально. Тут полицейские. Это вообще окровляненное. В общем, в лицо в крови. Ладно, тут... Да, все пока. В тюрьме я вижу там, походу... А, нет, это не оружие, это лишь палочка. Где этот автомат? Неужели опять заключенных? Или его вон тут уже нету. Или его вынесли уже. Вообще холл, или когда-нибудь еще. Так, походу его вынесли. Я понимаю. И что, наконец-то увидит автомат у заключенного в клетке? Ладно, тут вроде все спят. Что такое наркотики? Получил свои наркотики. Так, я хотел попасть по нему. Ну ладно, не получилось. И сейчас уже будет 7 часов. Так. Что будем делать? Будем делать вот так. Нет, хотя не надо. Только если где-нибудь будет драк, тогда и мы будем разбираться. Таким, так скажем, что это такое было. Так, я слышу драку. Не того бей, а этого. И того может побить. Заодно. Да. Не знаю, драться, как видите. Так что это такое было? Кто-то здесь на уважение к охране получил. И этот... Получи оба. Оба получите за такое. Что еще хочешь? Получи еще мельницей. Всех накрываем. Это меня накрыл, как видите, того охранника избивать должен очень хорошо. Ну-ка, отошли от меня. Нашел. А, я Вардин Астин. Вот как меня зовут. Это... Ладно. Сигареты хочется брать. Я помню, какая сила сигареты, точнее. Какая сила у сигареты. То, что такое, это неуважение к охраннику. Да, это не поможет. Так, пошел. Вон он, ты, драки. Как же вы так любите подраться? Ну пошел он. Взял меня на болевую. Ну-ка, это не попробует. Вот, да. Мой любимый рестлинг. Любимый рестлер. Пошли к отцу. Со всеми разбираюсь руками. Полицейский нервный курит в сторонке. Такой драки. По всем. Наедемся по всем полу. Мельницы нормальные. Все равно не так. Это было. Там говорит, он реальный. Меня все-таки взяли. И меня дал подзатыльник полицейский.
обожаю всех бесить. Мне нужна палочка. Она тут и лежит, я вижу ее. Ладно, тебе помогу. Кого-нибудь нагло. А ну не драться, что ж такое-то? Опять мельница, только поработаем. Так, я принесу оружие. Коллегу побил. Так. Ладно, ладно. Это круто с моей стороны. Так что получилось. Сам подерется. Неплохо, однако. Да, предлагает мне 80, но как мой разозлен и потерял контроль, и я не могу ничего принять. Сейчас попью чай. Ой, я чуть на другой нажал. Ну ладно, тогда я думаю. На сегодня хватит такой драки. Довольно жестокий. Так что... Что я могу сказать? Чего я не могу сказать? Давай-ка мы продолжим это дело. Только мы так закончили. Да-да, меня обвиняют. Но я, по-моему, убил этого. Я не знаю, кого его. Лэри Тейлсона? Да, Тайлорса. Я начинаю что-то... Я сказал свое слово. Ладно. Какой суд выдвинет мне обвинение? Да-да, я атаковал Ника Бромнена и... А, я посягнул на его жизнь. Он сказал, что я помог убить этого. 14 дней. Отлично.